Друзья, мы неплохо поработали в апреле, было очень много уроков, достойных уроков в режиме онлайн, с обратной связью учеников, принимали участие наши все преподаватели топовые, преподаватели работали с полной отдачей, картинки подобраны шикарные, и хочется, чтобы эти уроки были доступны для всех. И сейчас не более такое время, может, у кого-то финансовая недостаточность, мы сделали огромную скидку, 1500 рублей за все занятия. Вы берете одним платежом платите и получаете все уроки за апрель. Сейчас я покажу, какие уроки. Вот на почту у нас приходит такое письмо. Да, кстати, если вы не подписаны еще, подпишитесь на нашем сайте, есть подписное окно. На сайте rysuem.ru, школа креатива, есть подписное окно. Подписаться на рассылки. Вот, что у нас тут? Акция. 20 уроков за 1500 рублей. Вам нужно нажать «Купить». И откроется окошечко. Скетчинг. Быстрые зарисовки. Это просто мега творчество. Это нужно быстро, моментально. Это как раз правое полушарие этим занимается, включением вот этой вот. Быстрые зарисовки. Екатерина Седова — это просто бомбовский преподаватель. Плачет счет. Пионы, но любовь всех женщин. Если женщина не нарисовала еще пионы, это как-то так. Правое полушарное рисование. Сам провожу лично. Онлайн. Круто. Мостик такой вот, прям вид, шикарный. Картина у Александры получилась просто шикарно. Мы не размещаем картины преподавателей, которые получились. Они получаются не хуже, просто мы их не можем качественно сфотографировать, как вот эти образцы. То есть образец при хорошем свете, так преподаватель. Получается не рекламный вариант на фотографии. Если видео будет шикарно, на фотке нет. Для детей. Как отучиться переедать? После этого тренинга будет в два раза меньше есть. Сэкономите на еде и на здоровье, и на всем остальном. Маки, топовая картина. Я ее всегда даю. Получается у всех шикарно. Прям смотрится бомба. Зеленый с красным, бомбовский цвета. Голос. Ставим голос. Быстро. Для всех. Такой пейзажик морской. Тоже это. Шикарная типовая картина. Нейрографика. Перестраиваем мозг. Этот урок с акцентом на абсолютное счастье. Лаванда. Прямо аж запах пошел. Вот. Тут картина простая, но для детишек очень хорошо подходит. Дети хорошо рисовали, мне понравилось, как они. Ну, это классика жанра. Такие вот картинки. Прорисуете и город одновременно, и облака, и деревья, и речку, и озеро, и все прям. Тем более, это виртуальная картина, таки в природе редко встретишь, но она как бы очень красиво, вкусно сделана. Пастель – это урок, где все техники даются пастельные, и плюсом вы пишете картины сразу. Кот Индиго. Подсолнухи – классика жанра. Ну, белые маки – это топ. В школе креатива просто взрывают. Мы их ставим два раза в месяц и всегда полный групп. Два раза в месяц – полный групп. Интерьерная картина, тут что-нибудь сделаешь. Вот. Ну, Валерия Крылова рисует просто. Так рисует. Я когда уроки смотрю, я прям зачаровываюсь. Смотрите. Вот, Любила проскочил для детишек. Стич. Карандашик. Попробуйте, потому что карандашные техники дают понимание, как строить свет, тень, тональное решение картины. Вот. Но это тоже бомба. Это просто взрыв. Это, не знаю, для вас подарок. Такая картина шикарная. Мощная. Так. Покупаем за 1500 рублей. Нажимаете вот сюда. Нажимаете.
Понимаете, такая вот выходит. Точка за... Имя пишите, ваш e-mail, телефон не надо. И выходит страничка, где вы можете оплатить все виды оплат. По карте, через деньги. Евросеть Звездой сейчас не очень удобно ходить там, в центральных городах. Пожалуйста, можете даже взять в кредит на Тинькофф. Такая вот история. Скидки. Много чего интересного будет в мае. Смотрите и подписывайтесь на наши рекламные источники на все. Павел Сивков. Всем безусловного счастья. Условного нам не надо. До встречи.